Рустам Миниханов поддержал природоохранную акцию «День посадки леса». Президент высадил голубые ели на одной из площадок, где сегодня проходит субботник и организована посадка деревьев. Он пообщался с юными экологами и спортсменами. В Казани в день тестового матча между «Рубином» и «Уфой» изменится схема движения общественного транспорта. С 4 часов вечера автобусы и троллейбусы будут следовать от своих конечных остановок до остановки «Ветеринарная академия» и улицы Адаратского по проспекту Ямашева. Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде регионов. Температура может превысить многолетние показатели. Напомним, что в Казани на этой неделе был побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 27,5 градусов.